Сегодня две волгодонские школы объединились в одну. На время капитального ремонта школа номер 7 приютила у себя первую. Под одной крышей им придется провести пол учебного года. Несмотря на это, делить один праздник знаний на двоих школы не стали. Линейки разделили во времени. Так что первый звонок на урок для первоклассников во дворе школы номер 7 сегодня прозвучал не один раз. Школа! Во дворе 7-й школы сегодня звучало два звонка, оба первых. Каждый из них одинаково символичный и праздничный, но прозвенели они в разное время. В 9 утра по традиции на линейку собрались ученики 7-й школы. Не подозревающим о том, что ждет их последующие 10 лет первоклашкам, зачитали приказ о зачислении. Кажется, для малышей новое звание и звучит как-то особенно гордо. Был я прежде просто мальчиком, а теперь я ученик. Поздравить с первым днем знаний 60 новоиспеченных школяров приехали почетные гости. Компания «Мегафон» в честь праздника привезла подарки первоклашкам. Наша компания хочет, чтобы этот праздник остался у них всегда в памяти яркой такой линии. И поэтому мы дарим им подарочные пакеты. Это мобильные рюкзаки. Ребята, помогут мне. И всем первоклассникам мы обещаем бесплатную. Такие же подарки от «Мегафона» сегодня получат первоклашки еще нескольких школ. А для всех остальных компания тоже подготовила нечто особенное. В честь этого праздника наша компания подготовила специальный проект, который называется «Мегашкола», с льготным подключением первоклассников к сети «Мегафон». Тем временем первоклассники отправились на первый свой урок. Пока дети ознакомились с классом, их первоучительница познакомилась с их способностями. Ведь даже новоиспеченный ученик сегодня уже должен не только буквы разные писать, но и читать их хотя бы по слогам. А в это время в школьных коридорах родители проводили время в томительном ожидании. Трепет в груди и переживания, как это так. Недавно сам ходил в школу, а сейчас отправляю свою дочь. Мы уже это проходили, да. Нам уже не страшно. Вот ждем. Да нет, не нервничаю. Это же хорошо все-таки. Пошел в первый класс. Очень рада. Тем временем одну праздничную линейку сменила другая. Ученики школы номер 1 гостят здесь, пока в их здании идет ремонт. И с разницей в 1,5 часа во дворе 7-й вновь прозвенел первый школьный звонок. Лидия Шимко, Сергей Овчаренко, новости ВТВ.